Красота-то какая! Красота! Отсюда мы начинаем наш путь. Такой вот у меня сегодня рюкзачок. Вес его, я думаю, около 20 килограмм. Идти больше 10 километров с перепадом больше 1000. Катальный рюкзак я дал Даше. Штатив для съемок горного неба. Ладно, нам главное дойти до снега, оттуда будет гораздо легче. Страдания только начинаются, погнали. Очень крутой склон, листья сильно скользят. Макс, я ногой в дупло залезла. Хорошее дупло, да, Серег, как ты Турим на голом торсе, но походу скоро придется одеваться. Наступают тучки. Thank you.
катнули один разочек с вышки крутую часть, поднялись пешочком. Рюкзак самый тяжелый со всеми вещами был наверху. Ну, лавинка, естественно, все у нас было. Еще раз катнули до низу, вон наши следы. Сейчас вот, вот это вот все мое. Что, ночевали тут? Молодцы. Хороший тур.